Не знаешь, что быстро, а главное вкусно приготовить на ужин? Готовь вот эту скумбрию. Точно не пожалеешь. Начищенную от внутренностей головы скумбрию надрезаем так, как показано на видео, не до конца. Теперь ее быстренько замаринуем. Добавляем немного рыбного соуса, рисовый уксус и, конечно же, соевый соус. Кто-то говорит, что чеснок с рыбой несовместимы, но я считаю иначе. Поэтому натираем пару зубчиков и добавляем прованские, либо же итальянские травы. Хорошенько втираем маринад в рыбку. И оставляем промариноваться минут на 10-15. За это время сделаем подушку для нее. Тонкими кольцами нарезаем лимон и сладкий красный лук. А если у вас, как и у меня, на подоконнике растет свежий базилик, то будем использовать и его. Из фольги делаем лодочку, процесс изготовления максимально простой. И выкладываем слоями в том порядке, как показано на видео. Брызгаем оливковым маслом, поверх выкладываем нашу скумбрию и поливаем остатками маринада. Далее рыбку убираем в разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Аромат, друзья, стоит просто волшебный. Ну и, конечно, давайте попробуем. Рыбка получилась сочная, пряная, прекрасно сбалансированный вкус. То, что надо, готовьте.